Губернатор Кубани подчеркнул, что благодаря ответственному подходу муниципалитеты края сегодня получают беспрецедентные средства на развитие и благоустройство. И важно, чтобы был ощутимый результат. В Анапе реализуется 6 национальных и 10 региональных проектов. Один из них – культура. В его рамках проводится ремонт Дома культуры в селе Бужор. Выделено почти 7 миллионов рублей. Открытие запланировано на 6 декабря. В рамках национального проекта «Демография» ведется строительство детского сада в хуторе Воскресенский на 140 мест. На его реализацию выделено более 99 миллионов рублей. Объект готов уже на 97%. Сейчас здесь ведутся косметические работы. Параллельно идет у нас сборка мебели, расстановка мебельного оборудования. Полностью готов пищеблок, прачечная с оборудованием. То есть мы сегодня, у нас финишная прямая. Я думаю, что буквально в течение там, нескольких рабочих дней все замечания будут устранены. Вот, итоговая проверка, получаем заключение соответствия, вводим в эксплуатацию. Полным ходом идет работа по проекту «Экология». Заключен муниципальный контракт на реконструкцию водозабора и инженерных сетей хутора «Заря» на сумму более 80 миллионов рублей. В настоящее время подрядная организация приступила к выполнению строительных работ. Выполнено устройство сетей водоснабжения, завезено на площадку порядка 4 километров труб, запорная арматура, установлено 25 водопроводных колодцев. Срок сдачи объекта – лето следующего года. Большая работа проведена и в рамках нацпроекта «Образование». На базе 4 учреждений созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Произведена поставка оборудования, интерактивных панелей, ноутбуков, 3D-принтеров. До декабря планируется поставить оборудование еще в 3 школы. Глава Анапы Юрий Поляков подчеркнул, что с такой финансовой поддержкой можно существенно улучшить инфраструктуру города, а следовательно и качество жизни анапчан. Национальные проекты – это очень важная составляющая для наших жителей. Не только Анапы, любых городов. То есть мы говорим о строительстве школ, садиков, поликлиник. Мы от этого никуда не уйдем. Мы все равно будем строить, мы будем этими вопросами заниматься и продолжать эту работу. Как говорят, огромная проблема с поликлиниками, с ремонтом. Да, у нас это тоже есть. Это проблема, как и везде. Я думаю, край все-таки примет какое-то решение, выделит деньги, будут ремонтировать. Но надо отдать должное. Мы отдали 478 метров, где Анна Алексеевна сказала, к следующему году они там отремонтируют, или на следующий год ее отремонтируют, то есть у нас появится еще филиал детской поликлиники. Так что задача такая, ко всем вопросам, то что касается нацпроектов, это контроль не только губернатора, это федеральный контроль, это контроль партии «Единая Россия». Школа, там садик. Там водовод, там ФАП, культура, никуда. Это самое основное. Мы что-то свое можем там, а не сделать. Но это нужно делать обязательно. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа, регион.